На минувшей неделе президент подписал указ о начале с 1 апреля весенней призывной кампании. Вооруженные силы предстоит направить 150 тысяч человек. Это немного меньше, чем в прошлом году. Из нашего городского округа на службу Отечеству будут направлены 60 парней. В прошлый призыв служить ушли 75 новобранцев. Впервые в новейшей истории российскую армию ожидает пополнение из Крыма. Будущие солдаты имеют право заявить свое желание. Комиссия принимает решение с учетом показаний здоровья, физической подготовки и потребностей армии. Новобранцы будут экипироваться всепогодным обмундированием, выдерживающим температуры от минус 40 до плюс 50 градусов. За уклонистами больше бегать не будут. Им грозит уголовная ответственность и серьезные ограничения при трудоустройстве. Новобранцы этого призыва получат банковские карточки для перечисления довольствия и электронные карты со всеми данными о военнослужащем, вплоть до его биографии. Они станут персональным ключом на секретные объекты. Первая призывная кампания, куда пригласят новых новобранцев, пройдет в здании военкомата 6 апреля.